За 10 месяцев автотрасса Астана-Щучинск принесла 1 миллиард тенге. По данным главного инженера дирекции платных автодорог Казавтожола Асхата Окасова, сборов оказалось больше на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем у нас интенсивность транспортного средства где-то порядка 1-1,5% увеличения идет. Мы ориентируемся на интенсивность соответствующую и также и планируем. В прошлом году проезд по платной дороге составил 2,5 миллиона транспортных средств. На текущий год предполагаем, что порядка 2,5, 2 миллиона 600 где-то в этом районе будут проезды. Также во время пресс-тура было рассказано о подготовке трассы Астана-Щучинск с нового зимнего периода. Определены участки, наиболее подверженные снегозаносам. Их общая протяженность составляет 50 километров. Запланирована работа по задержанию осадков. Отработана схема оповещения дорожных подразделений. Разработан график круглосуточного дежурства водителей и механизаторов в зимний период. Кроме этого, представлена информация по развитию инфраструктуры в северном регионе. Начаты работы по реконструкции автодороги Петропавловск Курган протяженностью 60 километров, а завершится ремонт в 2019 году.